Это продолжение разговора вместе с Леонидом и Рушаной Ким, служителями Церкви Сила Евангелия в Санкт-Петербурге, который является молодой, динамичной, интересной парой. Они очень искренне делятся ответами на самые важные вопросы, которые формируют нашу жизнь. Леонид, потому что ты пастор, у тебя, mm-hmm. безусловно, есть такая задача, mm-hmm. наставлять пары, которые также собираются вступить в брак. Мне, mm-hmm. вот интересно, до того, как ты сам женился, ты уже сочетал пары или нет? Консультировал как-то, да, или вы привлекали, да, сторонние силы? Нет, когда меня рукоположили, мы уже венчали около 4 пар. Вот. Но я все-таки думал об этом. Для меня это был на самом деле непростой выбор и непростое решение, потому что вот почему меня спрашивают так долго, ты шел к этому? На самом деле одна из причин, почему я к этому так долго шел, вот мы когда жили, в 40 лет или в 39 лет? Вообще-то у нас разница в возрасте. Ну, я женился в 39. В 17 году. Ну, в 17 году, да. И многие задавали вопрос, почему так долго? А просто потому что я то хотел... Тебе 40? Мне сейчас 40, да. 41 даже, кажется. Я тут думала, вы где-то в районе 30. Да, вот. И для меня был самый главный вопрос, это то, что сможет ли человек, который рядом со мной, разделить мой путь. То есть путь пасторства, путь служения, как бы путь миссии. Вот. И, ну, для меня это был как бы подарок, потому что она уверовала через слово, которое я проповедовал в Стерлитамаке, в Башкирии. Вот мы там на квартирах собирались, мы там проповедовали. И потом она росла как бы и в течение 9 лет, представляете, все это формировалось как бы и уже... Ну, ты не думал о ней как о возможной... невесте, кандидатуре. Думал. И думал... Спасибо за честность. Да, думал... Знаете, это произошло как? У нас было служение, она не рассказывала подробности, родители очень консервативные мусульмане. Вот, и когда у нас было очередное домашнее служение, ворвались, в общем, ее брат и ее отец. Нет, мама с отцом. Вначале... Разве брата мама не с отцом? Было. Ну ладно. Значит, отец ворвался, и там начался такой скандал. И вплоть до того, что отец, ну, как сказать, рукоприкладством, ну, как бы ее ударил. Он ударил, да, да, я упала. Потом она упала, и я защищал это все дело, как бы. Но и меня в этот момент поразило то, что насколько она стойко стояла. Несмотря на то, что она там получила, она говорит, я все-таки буду любить Иисуса, и я буду верить это в Него. Это еще только было начало. Так, квартира, это было только начало. Только, да, вот уверовала, буквально, да, даже, да, первые, да, полгода-год, да? Это нет, было... это было первый месяц. Это где-то в течение месяца это все произошло. Это, да, очень, да, все, да, динамично было в моей жизни. И вот именно в тот момент что-то в моем сердце произошло. Вот именно... Прямо она зацепила твое сердце. Да, именно насколько она любит Иисуса, что она готова пройти через... Например, такие даже моменты, как бы, и сохранять верность Господу. Вот это был такой... Штрих прям. Штрих, да, когда лед тронулся. Это был крючок. А потом уже в течение... Она уже еще и приехала к нам в Петербург. Ну, уже я вашу церковь, да? Да, предложил ей. Она после покаяния, она училась в Башкирии. И, в общем-то... Это еще одно огромное свидетельство, да, это просто невозможно все рассказать. Это удивительно было. Чудесным образом я приехала. И она, а родители вообще не хотели пускать ее. Ну, может быть, это в плане призвания, тогда мы услышим эту историю. А в итоге, смотрите, как произошло, что даже когда мы уже согласовали отношения, ну, готовились к семейному будущему, родители сказали, чтобы ноги не было его в нашем доме. Ну, потому что ты же смутил, так сказать, благополучие мусульманское. Да, представляете, 9 лет они не успокаивались. И вот последний год я даже приехал к ней в Башкирию, они меня не пустили домой. То есть приехал свататься все-таки, да? Да, да, все я чин приехал, по чину, да, 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 я приехал познакомиться, ну, как бы подружиться. Они даже меня, ну, не пустили, не потому что они не гостеприимные, просто потому что были принципы. И, в общем, я тоже был такой, знаете, немножко
потрясен этим и думал, ну, вообще, как вообще? Это нереально, это невозможно. Мы молились. И мы продолжали как бы готовиться к этому, молиться. И какое-то чудо просто происходит, какой-то переломный момент. И родители соглашаются принимают. И принимают, и благословляют. Потому что у нас был такой принцип, если родители не благословят, как бы, ну... Ну да, против. Для нас было это свидетельством, да. И вот тут, представляете, они благословляют. Вот. Даже приезжают на свадьбу, на венчание. Да, на венчание. Отец меня ведет к алтарю. Вот, да, это настолько все переворачивается. То есть это буквально в последний 10-й год вашего знакомства произошло изменение, как последний знак благоволения свыше, да, что сердца жесткие родителей размягчились. Причем этот год, он на самом деле такой был, мне кажется, Господь нас готовил, и вообще и меня тоже к этому моменту. Произошло просто очень много моментов, не только согласие родителей, их одобрение, то есть они настолько, мама полюбила Леню просто вообще как сына, да. Я ей все время говорила, ты просто познакомься, просто поговори, ты изменишь свое мнение. Вот тогда и в тот момент я получила призвание, мечту, то есть этот год такой был просто переворотный. Насыщенный, да. Переворотный. Да. Расскажи, пожалуйста, со своей стороны, почему вот... Я понимаю, что очень многие девушки, они по-особенному смотрят на пастыря, особенно если он холостой и молодой. Вот. Но помимо такой общей симпатии, скажем, почему ты вот все-таки приняла, что он — это он? Ну, вообще, я даже скажу, наверное, противоречивую вещь к тому, что вы сейчас сказали, что я вообще, ну, как сказать, не мечтала выйти замуж за пастора. У меня не было вообще такого. Вообще была таким человеком амбициозным очень, когда... Но Бог постепенно меня как бы, ну, сглаживал, да, мой характер. А я вообще себе поставила такую цель, что, ну, так как у нас были трудности в семье, я видела, насколько тяжело родителям, там и финансовая тоже часть была, я сказала, что я сначала построю карьеру, а потом выйду замуж. То есть я намеревалась выйти замуж в 27 лет. Ребенок у меня будет только один, потому что нас было двое, было очень тяжело родителям. Вот. И когда, ну, соответственно, мы выстраивали отношения, то есть я не скажу, что я горела желанием выйти замуж. У тебя было бы, как бы, вот с чего вообще начались взаимоотношения? Пастор, он же не человек. Нет, вот я и говорю, что у меня почему-то было в первую очередь, что, ну, как мужчина именно. То есть, ну, были сложности, конечно, что он пастор, как нам выстраивать отношения, как обращаться на «вы» или на «ты». То есть долгое время я общалась, ну, на «вы», да, и как я. Но ты понимала, что это интерес такой больше, чем просто попечительский к тебе какой-то? Конечно, конечно. То есть практически сразу? Вообще, мне раскрыли глаза мои сестры во Христе, то есть я такая еще, он же пастор, но как бы они, видать, со стороны видели больше. Да, и потом постепенно, это тоже был очень непростой момент. Ну, вообще, мы как-то непростые, мне кажется, в плане того, что он из корейской культуры, я из татарской культуры. То есть у нас и культурные традиции были, вот стыки такие. И возрастная тоже разница чувствовалась. То есть это, ну, как бы, это на самом деле по нашим отношениям можно снять фильм, сказку, но как бы я не могу сказать, что... было без трудностей, то есть мы прошли такой путь обтачивания, за что я благодарна очень Богу, что это произошло до семейных отношений, да, то есть мы осознанно вошли в семейную жизнь, и сейчас намного проще, потому что мы уже говорим на одних языках, ну, бывает, конечно, там какие-то, ну, непонимания, но мы уже знаем, как из них выходить, то есть знаем, как себя вести, у нас, ну, нет там таких скандалов, но просто я благодарна Богу, что мы прошли такой путь. Подготовки. И вообще Бог поменял полностью мое сознание по поводу отношений. То есть это раньше, ну, как девочки думают, что принц на белом коне, и ты такая вся вот просто так тебе он с неба свалится. На самом деле это труд. Труд мой личный, да. То есть я должна была соответствовать статусу пасторство, да, то есть я понимала, как на меня будут люди смотреть, ну, не то чтобы я от мнения зависела, но я понимала, что мне нужно требования расти, очень высокие, духовно, да. Расти, да, то есть я должна как-то, мой характер должен меняться. Когда я только покаялась и получила слово, причем интересно, такое же слово, как и мой муж получил слово от Бога, это Бытие 12 глава, с 1 по 3 стих.
Да. Это, ну, как бы, вообще, когда один взгляд, одна цель, это вообще очень круто. Тогда вот любые, ну, что мы пережили, я думаю, что человек без Бога, наверное, уже на начале пути, я думаю, разошлись. Леонид, вот все-таки открой тайну, как ты переключил, действительно, сделал вот этот переход, потому что я понимаю, у тебя в церкви, и в церкви много студентов, мне нравится, что ты делаешь упор как раз на то, чтобы ребята учились, развивались, ты вдохновляешь их быть лучшими представителями вот, своей страны, своей семьи и так далее, своей церкви. Много девушек тоже, но вот ты вот изначально, так скажем, определился, что это Рушана, да, и как-то начал двигаться в этом направлении, и как вот действительно ты нашел вот этот баланс между тем, что ты пастырь, так сказать, опекаешь своих членов церкви, а вот она особенная? Ну, если говорить откровенно, то в мыслях всегда все происходит. Ты мысленно примеряешь, да, там где-то с кем-то как-то, и ты думаешь об этом. Но для меня самую главную роль в решении быть с этим человеком, это было в большей степени ее отношение к служению, ее отношение к Богу. Вот для меня это был самым решающим моментом. Хотя, на самом деле, на протяжении там, 9 лет общения, при каждых там, ссорах или разборках, это было... Испытано каждый раз. Да, это было сомнение, это было опять, а нужно ли мне вообще, а понимает ли она. Ну и опять же, несмотря на это, культурные, вот ментальные, вот именно национальные вещи, они очень... Я вот рад тому, что благодаря ей они были просто, я бы сказал, даже грубо сломаны. Смотрите, есть, вот, есть такой вопрос и позиция. Считается, что там молодые семьи, они проходят периоды кризисов, там первого года, третьего года, потом кто-то считает шестой, пятый, седьмой, как-то так, потом 20 лет, как бы, ну там понятно, уже как бы другой возраст и другие задачи порой, действительно, ряд решены, и вот нужно обновиться, как бы, вот что вы думаете по поводу вообще таких, скажем, системных кризисов в семье? Планируете ли вы как-то преодолевать, готовитесь ли вы к ним? Ну, вообще, как я уже говорила, что мы прошли, ну, определенный путь до семьи. И мне кажется, ну, вот лично у меня какой-то такой зрелый взгляд, что, ну, как бы на адекватное оценивание каких-то вот кризисов даже, да. Ну, в первый год, конечно же, когда мы жили вместе, там есть, ты уже мелочи какие-то начинаешь замечать, да. Ну да, то, что все равно... в поведении, там, в быту какие-то, да. Но все равно вот этот взгляд того, что это все мелочи, реально, что можно обо всем договориться, что просто нужно поговорить. Просто нужно какие-то поставить, ну, не то чтобы рамки, а принципы какие-то, да, или, например, вот у меня всегда такое правило, что если что-то не так, нужно сказать. Ну, просто нужно сказать, зачем молчать, там, допустим, дуться или обижаться на что-то, нужно просто сказать и выяснить. И это, нежно это сказать, так, без это наезда. Так просто. Ну, даже если с наездом, ну, как бы... Я лично адекватно воспринимаю, потому что у всех характер разный, настроение может быть разное, ситуации тоже могут быть разные. Всегда есть причина, почему так человек себя ведет. Вот. И еще плюс ко всему, мой пастор церкви всегда учил, что в отношениях нужно трудиться, чтобы они были красивыми, чтобы было приятно, приятная атмосфера в семье, нужно что-то вкладывать, нужно сеять и преображать их, чтобы вот было как романтик какой-то был, да, нужно к этому прикладывать усилия. Да. То есть это просто сам по себе так, не вырастет. Да, не вырастет. И это должна быть работа с двух сторон. И вот я благодарю Бога за то, что, наверное, я в этом выросла, в этом слове. И что у него есть такое же осознание, да? Ну да. Он как бы Бог ему дал, и он источник этого слова. Вот. И, ну, я думаю, что, конечно же, есть какие-то периоды в семье, наверное, когда там дети появляются, это новый этап какой-то, да, тоже там формирование. Вы уже больше планируете, надеюсь, чем одного? Да.
Планируем больше. Трех? Да я думаю, что как Господь даст. Вот, но мне нет такого прямо определенного количества, но точно больше одного. Ну, у нее поменялось, да, отношение. Она говорила один и все. У меня, знаете, даже исцеление, как произошло, то у меня, ну, врачи вообще поставили бесплодие. Я думаю, что это как раз мое вот это вот стремление, установка, да, что только один ребенок, либо вообще не надо детей, я буду карьеристкой. Вот, у меня было бесплодие, а потом я в Господе получила исцеление, как только пришла. Я покаялась за это, то есть я поняла, из-за чего у меня эта проблема. Да, я узнала историю Анны. Вот, прочитала ее. И по этой истории я как бы, ну, пришло понимание, осознание, я покаялась, помолилась, как Анна. И у меня пришел ответ на следующий день, и я избавилась, да, от этой болезни. Хотя врачи, мы ходили к гадалкам, но тогда я еще была неверующая, ходили к гадалкам, ничего не помогало. А то есть ты даже не будучи замужем, так сказать, не имея отношений с кем-то, то есть у тебя уже был диагноз, что ты бесплодна? Да, что ты мы не понимали, да, почему у меня проблемы по-женски. Вау. Вот так вот. Господь чудесный. Да, он чудесный. Леонид, скажи, пожалуйста, вот твои ожидания от семейной жизни, твой опыт, радость и горе. Ну, на самом деле, если говорить о формировании семьи, как бы я это много тоже изучал, чисто теоретически. Сейчас это такая практический период времени, когда ты пытаешься применить все эти навыки. Первые принципы — это то, что мы можем говорить друг другу открыто и прямо, не скрывая там каких-то подводных камней, да, вот. И мы можем, и я говорю, ну, хочешь ругаться — ругайся, как бы я выслушаю. И когда я ругаюсь, она тоже это понимает. Нет такого слова «ты должна». Вот раньше я очень любил эту позицию, ты должна, давай, вот ты должна, ты женщина, ты жена, да, это вообще просто. Я потом просто, из-за этого было очень много конфликтов. Хотя она сама понимала, она могла назло не делать, например, вот из-за того, что я говорю, ты должна. И я просто понял, что, ну, как мужчина, как кореец никогда там дома не будет мыть посуду там, или... Ты понял? Или ты понял, что у тебя это было? Да, оно было всегда, оно было частью меня. Даже когда женились, как бы, вот именно из-за этого возникали какие-то конкретные конфликты. Вот, и в какой-то момент я просто понял, как бы, почему она мне ничего не должна. Да, любовь, это не долг, а любовь — это желание благословлять, отдавать, любить и так далее. По сути, я даже хочу, ну, порекомендовать телезрителям, кто смотрит там, кто хочет там создавать семью и выбор семейных отношений. Я думаю, это большое, огромное благословение. Как китайская мудрость говорит, правильно родиться в жизни нужно, правильно жениться и правильно умереть. Правильно мы родились в Боге, правильно жениться. Я думаю, что нужно быть всем человеком, благодаря которому ты можешь расти и развиваться, благодаря которому ты чувствуешь защиту, верность, преданность, вот, и, ну, как бы, благодаря которому ты растешь, я думаю, мы расти будем всю жизнь. Вот самое главное для меня было, это человек, любящий Бога. Действительно, я видел в ней, как она любит Бога, как, насколько она верна и в отношении церкви, и в отношении личного, в отношении с Богом. И то, что этот человек действительно хочет посвятить свою жизнь Богу. И, ну, как бы, не просто посвящение, там, хождение по воскресеньям в церковь и так далее, а то, что она хотела действительно иметь вот это предназначение. То есть, чтобы не просто прожить, не просто семья и дети, как бы, это не говорит о том, что она была против детей и семьи, а то, что она видела глубже. То есть она видела... Большие задачи ставила, да? Да, да. И для меня это был самым важным и решающим моментом. Когда ты примерял еще какие-то другие варианты, ты понимал, что нет, а она — да. Да, потому что, ну, на самом деле это так, потому что я просто понимал, ну, мысленно там ты где-то как-то раз думаешь и как-то что-то... Но ты понял, что самое ценное, благословенное — это когда ты знаешь этого человека хорошо. И когда ты можешь ему доверять, да, и, да, знаешь, что, да, ваши векторы жизни не разойдутся в разные, да, стороны. Да, да, да. А когда ты молодой, ты же смотришь только на внешность, как бы, да, там фигура, внешность, эстетика и так далее. А на самом деле, вот если человек может увидеть
душевную красоту в человеке, я думаю, это самая глубокая любовь. Ну и буквально у нас осталось немного времени на ответ на третий вопрос. Нашли ли вы свое призвание и угу. каким оно является? Вот хотела блиц такой угу. задать. Вот я сказала, да, в 17-м году, как перед тем, как выйти замуж, как раз это был год, когда переломный в моей вере тоже был. Я задавала вопрос Богу, где же мое призвание? То есть я понимала, что для людей слышала очень много слова, да, что наша профессия должна служить. Но я так и хотела. Я не определилась в профессии, потому что у нас профессия была, куда смогла, туда и поступила. И мама, то и стала твоей профессией. Да, и мама говорила только высшее образование. А я хотела поступить в творческий, в колледж искусств. А туда поступали только те, кто плохо учился. Мама сказала, ни за что в жизни. Вот, и поэтому я поступила на филологический факультет, и у меня очень было много вопросов. И, но при этом я увлекалась фитнесом, здоровым образом жизни. У меня всегда стоял вопрос здоровья. Я очень много... Кстати, когда приехала в Питер, у меня очень, моя карта медицинская просто увеличилась, я не знаю, там в пятеро, потому что я вообще по больницам не ходила у себя дома. Не знаю, с чем это связано, может, с погодой. И врачи мне не могли помочь ни в одном из диагнозов, даже диагноз не могли нормально поставить. В общем, я намучилась, сказала, ни за что не пойду больше ко врачам. Вот, и с того момента я стала задумываться о здоровом образе жизни, о том, как вообще это, информации у нас очень много. И, ну, соответственно, это как бы все постепенно происходило, и Бог дал такую мечту, что я хочу открыть оздоровительный центр, я хочу быть в этом профессионалом, я хочу это изучать, и тем более у меня были задатки вот и в плане диетологии, в плане физкультуры, фитнеса. Я уже с 19 лет, где-то с 18 занималась. Вот, и я приняла решение, что я буду строить, создала проект Go for it, который переводится как «дерзай», «дерзай, ты можешь». То есть я хотела что-то мотивационное, что будет людей к чему-то сподвигать. И мечта у меня — открыть центр, который будет состоять из трех направлений. Это фитнес-центр, центр здоровья и центр развития личности. И через это я бы хотела, чтобы люди не только преобразовывались внешне, то есть там есть принципы, там есть ценности, принципы Божьи, что я знаю, что преобразование полностью может произойти только со встречи со Христом. И вот эту, и комплексно. Да, и вот эту концепцию я выстраиваю, все время что-то пишу, добавляю, то есть, ну, как бы она есть, эта мечта, я к ней иду, постепенно что-то уже есть, вот, какие-то проекты есть, и я верю, что через это будут спасаться люди, и я очень об этом мечтаю, особенно, ну, у меня акцент на женщин, хотя я открыта ко всем, да, но я очень хочу, чтобы женщины преобразовывались, ценили себя, потому что до Бога я не воспринимала себя как полноценную, да, женщину, то есть у многих есть в этом проблемы, вот, и там и психологическая сторона, и духовная, то есть я хочу вот объединить, как бы, несколько сфер, которые бы помогли комплексно женщинам, чтобы увидеть себя как женщину. Чудесная мечта. Я тебе хочу сказать, что, мне кажется, по-русски она лучше даже звучит. Дерзай? Дерзай, ты можешь. Мне, кстати, вот многие говорили, что... Да, да, это просто очень здорово. Мне кажется, вот если люди будут видеть вот эту надпись «Дерзай, ты можешь», они будут туда приходить. Просто, а куда же я могу дерзнуть? А где я могу? А с кем я могу? Мне кажется, это очень замечательная мечта. Спасибо тебе за вот эту целеустремленность, за веру, за этот потенциал, который ты видишь и который ты раскрываешь. А ты, Леонид? Ну, на самом деле, я призвание получил уже с того момента, как я покаялся. Потому что, ну, я очень хотел много зарабатывать денег всегда. И однажды мы когда ехали с женой пастора на домашнюю группу, она говорит, кем ты хочешь быть? Я говорю, я хочу быть миллионером, я хочу церкви купить, и карус, автобус. Вот, она говорит, а как ты думаешь, Богу нужны твои деньги? Я говорю, наверное, нет, Бог же всемогущий. Она говорит, больше, чем деньги, Богу нужно сердце человека, то есть сердце поклонника. В этот момент меня очень сильно торкнуло, я просто понял, что ни деньги, ничего не так главное, как твое состояние.
твое сердце. И именно с того момента я посвятил свою жизнь Господу, принял такое решение, что я буду всецело принадлежать Ему. Я на самом деле разделяю призвание между профессиональной деятельностью и призванием, потому что я думаю, что многие путают, ну, это мое субъективное мнение, чем заниматься и что такое призвание. Призвание — это сердце для Господа. И чем бы я ни занимался, как бы, я буду выполнять Его миссию, я буду выполнять Его повеление, да, о котором Он говорил в Евангелии от Матфея. А то, через что я могу это делать, это уже выбор определенных навыков, да, то есть это дар или талант, или способности и возможности. Когда объединяются эти два момента, то мотивация и основание, ради чего я это хочу делать, и инструмент, как говорится, да, это в целой такой картине, и для меня это призвание. Поэтому... Твое призвание заключается в чем? Мое призвание заключается в том, что я увидел картину мира, во-первых. Во-вторых, я увидел, что Бог хочет спасать людей не только в церкви, Он хочет спасать и влиять через проповедь Евангелия, через слово на все сферы жизни, деятельности человека. И вот на сегодняшний день мое видение и мой путь именно в том, чтобы мы, как христиане, верующие люди, не только спасались Евангелием спасения, да, мы еще и проповедовали Евангелие Царства. То есть, где мы понимаем, что верующие люди вырастают, они становятся учеными, они становятся специалистами в разных сферах. Они формируют среду, да, да, обитания. Даже, я бы сказал, некое комьюнити и такое, знаете, сообщество. И я хочу сейчас, мечтаю именно о том, чтобы создать сообщество разных направлений, разного типа специализации, где мы будем создавать даже свою экосистему. Экосистему Царства Божьего. Чудесно. Это огромная мечта. Угу. То есть, угу. Мы молимся за центр, начиная с детей, формирование их в их сознание, сознание государственности, нации, Ты расскажешь миссии. Об этом больше, да. В нашей другой программе. Ищите и смотрите программу «Жизнь в призвании» с Леонидом и Рушаной Ким. Спасибо вам большое за эту программу, за вашу открытость. Мне кажется, это было очень интересно в силу того, что вы действительно из разных культур, но объединенные одной верой и готовностью изменяться, общими ценностями, любовью. И получился такой замечательный результат. Спасибо вам. Чудесная семья. Мы увидим еще много-много-много хороших плодов. Спасибо вам огромное. Будьте благословенны.